12 фильмов от кинематографистов со всего мира. Таков формат нового сочинского кинофестиваля. «Ирида» – первый конкурс, в котором в одном ряду и японская лирика, и фильмы о широкой русской душе, и о тонком английском юморе. Режиссер Карл Бардаш и организатор главной кинопремии мира «Оскар» Лоуренс Фолдс в дни фестиваля дадут мастер-классы. Мэтры покажут универсальные приемы и алгоритмы создания современных блокбастеров. Эксперты уверены, у сочинской «Ириды» большое будущее. Я был на многих фестивалях, и в том числе и на подобных стартах киноконкурсов, и могу сказать, что этот наверняка обречен на успех. Энергетика города доброжелательна и располагает к кино. Поддержку в организации фестиваля оказали сенатор Арсен Каноков и администрация курорта. Мэр Анатолий Пахомов уверен, «Ирида» получит постоянную прописку в Сочи. Мы действительно имеем огромные возможности, и это первый кинофестиваль. И надеюсь, что это старт, то есть мы будем обязательно продолжать этот кинофестиваль, и он, наверное, будет все больше и больше расширяться. За время фестиваля на экранах сочинских кинотеатров покажут 40 картин. Это произведения современного мирового кинематографа. Среди них будут и конкурсные ленты. Вход для зрителей бесплатный. Победители «Ириды» станут известны 15 декабря.